Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров, из такой очень приятной точки на глобусе, приятного места географического положения на карте города Сиднея, столица Нового Южного Уэльса на Австралии. И хотел бы поблагодарить Костю Чубенко за его прекрасные репортажи о его поездке в Японию. Я думаю, Саша Карпов присоединится очень скоро к этим описаниям, и вам все станет ясно. Но я хотел бы немножко так, может быть, с научной точки зрения, объяснить вашу поездку в Японию. Когда вы осуществляете свою поездку в Японию, делаете это не столько ради Японии, может быть, и целей туризма, хотя это действительно красивая страна, но ради того, чтобы у вас была визовая история. Поэтому представьте себе вашу поездку в Японию как управление проектом. Ваш проект, или, скажем так, отдельный проект или подпроект большого проекта «Австралия» как Япония, вы должны вначале прийти к самой идее, это первая стадия, прийти к пониманию того, что это вам нужно. Вы должны проверить, а может, у вас уже есть визовая история, а может, вам вообще поездка в Австралию не нужна, зачем тогда Япония? А может, вам Япония одна достаточно, может быть, вы съездите в Японию, да, найдете работодателя, да, и останетесь там, как, в общем-то, тысячи и тысячи граждан России и Украины. Будете вести бизнес, но если вы пришли к идее, что вам нужна Япония для визовой истории, значит, вы первую стадию фактически прошли, сформулировали саму идею и переходите ко второй стадии. Вторая стадия – это стадия планирования вашей поездки. Вот здесь надо, конечно, провести некоторый анализ, провести хорошее планирование, посмотреть, что говорят другие люди, посмотреть, какие могут быть затраты, что это вам даст, какие будут этапы вашей поездки. Надо точно знать, что вы будете делать первый, второй, третий, предпоследний, последний день, и как вы будете уезжать. Это все должно быть у вас уже подготовлено, потому что вы – это люди, которые знаете, что такое управление проектами. Соответственно, вы все это спланируете, сделаете себе точный план, построите Gantt-чарт, да, вот эту таблицу, график, что будет зачем следовать, какие у вас будут затраты, как вы будете использовать свои ресурсы, может быть, вы с собой продукты какие-то возьмете, как вы будете использовать свои деньги. Вот, и дальше вы начинаете проект. Купили билеты и вылетаете. Вы должны строго контролировать, какие у вас идут траты. То есть вот Костя, вот Саша, купили билеты. А сколько вы затратили? Откуда вы летите? Почему так дорого или почему так дешево? То есть вы должны уже соизмеряться. У вас есть дорожная карта. По этой карте вы уже летите, и вы начали проект. Это, грубо говоря, вы стартанули. После этого у вас идет рутина. Вы не почиваете на лаврах, вы не расслабляетесь, но вы считаете, очень строго считаете, какие у вас идут затраты и так далее, и так далее. Когда уже вы несколько дней из ваших там 4, 5, 6, 8 дней провели в Японии, вы уже анализируете, то есть вы видите уже все, вы прошли точку апогея вашего визита, и вы дальше смотрите, сколько у вас, как вы думаете, останется денег, может быть, где-то подкорректировать ваши планы, может быть, сменить гостиницу, может, все-таки у вас остаются какие-то деньги, и вы сможете посетить Королевский дворец, посетить музей, время тоже. То есть запасы времени вы израсходуете на какие-то
бесплатные, может быть, активности, какие-то ваши действия. А запасы денег, если вы считаете, что ну, вы очень хорошо сэкономили, могли бы что-то еще дополнительно потратить, посмотрите музеи, посмотрите жизнь этих людей, посмотрите. Это вас духовно обогатит, потому что, поймите, мы говорим, что вам нужна визовая история. Япония – это страна, которая очень самобытна, и знания о которой дадут вам какие-то соревновательные преимущества в будущем. Поэтому попытайтесь как губка максимум впитать информацию по этой стране. Однажды это может вам сослужить очень добрую службу. Например, один из ваших бизнес-партнеров японец, как у меня, главный администратор колледжа японка, главный маркетинг-менеджер японка и человек, который делает вам офферы и COE японка. С этими людьми, они очень интересные. Слава богу, я достаточно много знаю о Японии и японцах. Я вообще интересуюсь, скажем так, различными народами, вот, историей. Соответственно, это позволяет вам находить общий язык. Представьте себе, что ваш босс японец, вам надо знать культуру этого народа. То есть постарайтесь использовать, коль вы приехали, у вас есть какое-то количество от 4 до 8 дней обычно, постарайтесь использовать это так, чтобы потом не жалеть о том, что вы просто бездумно и тупо проспали в своем гостиничном номере. И плюс к тому же, чем больше у вас будет информации, чем больше вы ее поставите в социальных сетях, тем больше вы представите себя, во-первых, как интересного человека, нужного. И этому нужному человеку будущее, кто идут люди по вашему пути, собственно говоря, могут оказать какие-то услуги. Ну, например, они будут ехать, привезут вам что-то, что вам нужно обязательно, допустим, из России. Какие-то товары, что-то вам помогут, в чем документы, допустим. Вы станете человеком, у которого есть своя команда, это тоже очень хорошо. Есть свои друзья, которые очень будут важны для вас, не только в России, сколько, допустим, в Австралии. И это покажет для офицеру, если вдруг, не дай бог, или дай бог, он посмотрит, или она посмотрит на социальные сети, увидит, что вы типичный турист, который восхищен страной, умеет смотреть страну, и, соответственно, не надо задавать вопрос, зачем он едет по туристической визе в Австралию. Вот так, дорогие друзья, хорошая идея планирования вашей жизни, хорошая идея планирования вашей поездки в Японию. Я думаю, что в следующем ролике я как раз расскажу о том, как относиться к поездке в Австралию, как к управлению проектами. Спасибо.